Ночь и тишина, данная нафиг. Ночь, а может быть, падает снег. Ух, сейчас чувствую, контент попрет. Ух, сейчас начнется. Давай. Не, Толя. Оптимизация не слышал. Что такое хит? Толя, а что будет, если спрыгнуть отсюда? Разбежавшись, прыгнуть все сказал. Я думаю, мы с ума с Хамазом сойдем потихоньку. Да, блядь, ну куда? Блин, я жив! Придурок. Так, ладно, Сань, ага. Пошли. Минус один, я рот. У меня тут проблемы. А его не надо там поднимать, надеюсь? Да нахуй он срался. Так, все, давай. Вот тут листья есть, аптечки. Жалко Хина, ребята, давайте помянем Хина, пошли. Бля, тут капибара. Жалко, что Хин умер с самого начала, блять. Какая неудача. Сиди, отдыхай, блядь. Я хочу проиграть быстрее, да? Какой быстрее, блядь, не выйдет, нахуй. Позор будет длинный, долгий, блядь. Не то, что член. Так, короче. И только Ваня скромненько так улыбнулся и посмотрел вниз. Мало того, что 3 сентября, так еще на эту тему подвел. Да ладно, Ваня, я видел нормальный пи***ц у Ивана. Чего вы начинаете? Хороший такой, добротный, нормальный пи***ц. Все 12 сантиметров рабочие, блядь. Ладно, забыли, ой, я потом говорю. Знаешь, КамАЗ пока трезвый, он пытается подкидывать, но у него пока так, блядь, шатка-ялка. Ну ничего, Сань, втянешься, нормально разойдется. Вот Танюшка осуждает, кстати, Иван, видишь, она фейспалмит, типа, ебать, блядь, пиздец. Ну ничего, Таня, ничего. Втянешься, Таня, клапан тоже втянулся. Куда я улетел? Где сука? Ты? Я не знаю, я где-то в воздухе летаю, блядь, Толя. Я просто летаю, сука. Я как там, нормально витаю? О, смотри. Ну, сейчас будет нормально. Блядь. Это территория получается типа наших союзников, правильно понимаю, да? Ну, если в тебя не стреляют, то как бы да. Верта. Это не я. Какое могло произойти вообще? Лучшая парковка лошади от Олега, блядь. Мои господа, устали. Лошади, она врезается в канистру и взрывается. Забери меня с собой, блядь. Ну забери меня с собой, ну заебало. Подожди, стой! Подожди меня! Подожди, забери меня с собой, я не буду убегать из этой страны! Стой! Остановись! Ой, да и хуй с тобой. За 300, что за элемент одежды? У него на сознание есть. У нас гений трусы, блядь, как это так? Наколенники. Это гетры. А почему стопы? Да. Чё? Это специально. Если честно, ребята, я вам честно скажу, я когда это увидел первый раз, это я подумал, что когда тебе впадлу брить ноги, но нужно выйти куда-то на улицу, ты вот это одеваешь. Эй, да вставай! Эй, вставай, чухайся, вставай! Пизда. Вот весь интеллект. Ай, не соси меня, я радиоактивный, блядь! Блядь, пацаны! Беги, бот! Беги! Рен, защищайся! Открой лифт! Открой лифт! Открой, ебаный лифт! Открой! Есть уровень у тебя. Хоть медицину вкачай. Свистеть? Нет. Ой, бля! Тихо, тихо! Хороший мальчик. Так, у меня есть напарник крокодил. Гуапа, как дела? Я могу с тобой что-то сделать, да? Оружие, мальчик. У него золотой клык, что? Интересно, он урчать умеет, нет? Мой друг дрался с беременной женщиной. Мне пришлось вступиться, иначе он остался бы в меньшинстве. Ну да, типа это из разряда «я дрался с беременной женщиной», но это нечестно, два против одного. Бездомные не любят играть в догонялки, потому что они не могут сказать «я в домике». Бать, пошло. Киндер-сюрприз. Блять. О, нитроглицерин получается. Ночь и тишина, данная нафиг. Ночь, а может быть, падает снег. Что-то жопа дымится. Тиммейт мудак. Только свистни, он появится. Тиммейт мудак. Скину нитроглицерин. Ой. Там что-то не вышло. Подними меня. Нет, наркот, подними меня, наркот!
Тиммейт мудак! Только свистни, он появится. Тиммейт мудак! Бедная баба, вокруг нее, блядь, цивилизация появилась. Подожди, блядь. Стой! Бабу можно поджечь. Простите. Камаз, и что ты сделал, блядь? У нас была одна баба, блядь. На все поселение, Саня, блядь. Да она уже не игрок. Дети, тащите, мужиков тоже сожгем, хуй свинячим. Вот, вот, валяется, смотри, палка между ног, хуй. Да у него палка между ног. Ебать, нравится. У нас тут аборигенов валяется, ребята, блядь. Да у того вообще палка в жопе. Ну, как говорится, как играли, так и померли, блядь. Спасибо, Андрей. Андрею пиво, призраку пиво, спасибо. Да, лайки было бы неплохо. Блядь, сука, нога, блядь, ай. Ой, блядь. Блядь, мизинцем ноги об железную, блядь, эту ножку стола. Заебись, спасибо. Microaggression! Блядь. О, хорош! Еби эту тварь! Лучший! А у тебя патронов не было, что ли? Блядь, как же я все это ненавижу. Магазин одежды, да, действительно, как уже это магазин одежды. Чисто вопрос на реакцию. Засать, нахуй, Дамин попал. Это Салвин Клейн. Нет. Мосты. Да почему нет? Написано же, Сал... Ну ладно, Кельвин Клейн. Правильный ответ, Мария, ты... поздравляю. Блядь. Смотри, у нас сейчас миссия, нам нужно... Ой, смотри, какая козявочка. Смотри, какая, смотри, какая. Да нормально, нормально, нормально. Так, не, подожди, а где Чичерон? А, вон он, вон он. Нам, короче, с тобой надо Андрюху защитить, слышь? Вон он. Почему здесь Андрей вообще? Скажи, пожалуйста. Вон он дерется с кем-то. Не-не-не-не, Андрей, нет, блядь, Андрей! Понятно. И что с этим Андреем не так? Скажи, пожалуйста. Я не знаю, он какой-то слишком боевой. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Саня, ты встал за стол? Вернись на стол, Саня, и вруби. Александр, Шура, Саша, ты любовь и гордость наша, ты прекраснее Амура. Александр, Саша, Шура, расцветай, как Леандр. Саша, Шура, Александр. Александр умен, силен, в жизни вечный чемпион. Повезло с тобой и мне, я все время как во сне. Не могу ни есть, ни спать. Буду о тебе мечтать. Нужно очень постараться, чтоб в любви моей признаться. Ребята, Александр, аплодисменты. Еще 200. А что это за звери? Что происходит? Это акал. Нет! Это шоколад! Ну, блядь, оно и так, и так. Вопрос с оставкой. Я так и не понял, что это за пиявка такая. Так ты же колебал. Маш, вот и нахера ты заразу принесла в лагерь? И не стыдно? У тебя на ноге какая-то хуйня, бля. А что это вообще? А я знаю. Это Минога, она, короче, к тебе присосалась. Взяла? Нет, нет, не подходи! Ну, бля. Короче, понятно. Свой так не присосется. И теперь чуму распространяешь. Интересно, ей так удобно? Давай ты за руль. Или ты хочешь, чтобы я сел? Не-не-не, вот я, давай, я нормально пилот, Толи. Говорю, я же знаю эту игру, как свои два пальца. Ой. Олег, как дела, Олег? Это назад. А, все, сейчас летим, сейчас летим. Полетели! Олег, посмотри налево, Олег. Ты нормальный вообще, ты знаешь, кто на поле, ты что делаешь? Я король мира! Не надо пики делать, Олег. Олег! Олег, это же ровно! Нет! У нас просто... Подлюха! А ты, блин, попал вниз, да, или что? А что не так с нашим самолетом? А как он мог вообще выйти из-под контроля, если я просто летел прямо? Объясните, как вообще? Может быть, потому что ты в мертвую петлю начал входить, нет? Отдыхай. Все, нормально. Так, подожди. Куда мне надо? Ой, собачка. Привет, моя хорошая. Куда ты? Ты где? Куда? Алло, блядь! Черговору пью, пожалуйста. А я хочу посмотреть вообще, ну-ка, секунду. Кабан! В лесу кабан! Кабана! Тихо! Ты что сделал, Толь? Кабана... А, я не убил его!
Тебя на секунду одного оставить, и вот что происходит вообще, а? Тут семья, Олег. Всю семью валил. Не оставляй никого, давай, кто бы мог отомстить. Все нормально. А теперь на шашлык идем. Нет, к двери, Мила, к двери! Ребята, к двери! Это режим охоты! Быстрее убегите! Бегите, ребята! Что ты паникуешь открывать? Уже прошло охота. Все нормально, все хорошо тут. Мила, дверь не откроется, пока призрак в охоте. Беги, выключи фонарь и беги от него. Мила, она сзади! Ёб твою мать! Ой, пизда! Беги куда-нибудь, умоляю, беги, блядь! Боты, боты, в бой, блядь! Мины! Муха-ха-ха, общажные таракашки. Друзья, а может её брать можно обратно куда-то подобрать? А, во, подобрать могу, да. О, видишь, я её подобрал, что... Куда-то её засунул, у меня один вопрос. Виталь, ты как нормально себя чувствуешь? Ой, блядь. Блядь. Чё, жарковато? Айс-айс, бери. Беги нахуй. Ой, блядь. Ой, смотри, а этот не лагает, блядь. Оль, кажись, Бася, пизда. Да не, нормально, чё ты... Ну, понимаю. Он что, яйцо отложит тело или что? Петухи не откладывают яйца. Ну, это он особенно отложит. Не, ну этот петух может все, мне кажется. Мне нравится, как здесь выглядит красочное оружие, просто банка от консервов, там, лазерный какой-то... Д'Артаньян, Д'Артаньян! Так, я лошадь у него угнал. Олег, я играю за цыган. Опять шкривит потертое седло. А вот и все, блядь. Все, нахуй. До свидания, блядь.